Yes? No. Sex? I don't know. Yes? No. Sex? I don't know. Maybe yes? Maybe no. Maybe sex? I don't know. Maybe yes? Maybe no. Maybe sex? I don't know. Maybe yes? Maybe no. Maybe sex? I don't know. Maybe yes? Привет всем! Сегодня мы приехали к вам на соревнования. Только недавно вернулись с фестиваля в Карелии. Там было мега круто. Надеемся, у вас будет не хуже. Парни, всем привет от Хотьково Экстрим Клаба. Привет! Сегодня Снежная гвардия 2013 года, 9 февраля. Extreme Stars, Thank You Ru, АТВ Клаб устроила мероприятие для всех жителей поселка Ашукино и ближайших районов и городов. Собралось, на удивление, очень много людей. Сегодня мы зажгем. Сегодня участвует зачет турист и спорты. Но на спортах побеждать не модно. Бетонка Тим будет побеждать на тундрах. Всем привет! Здоровый образ жизни. И главное, вот наша цель, как бы детей немножко с улицы отвлечь, да, чтобы они, может быть, кто-то вот из тех десятков, которые здесь, может, кто-то увлечется, даже если будет это один, уже это будет все равно, они не напрасны. Но и те присутствующие, которые здесь люди, они тоже, наверное, получат удовольствие. Просто отдохнут, дети на горке покатаются. И всегда вот мы приветствуем вот такие вещи. Компания ProLight приветствует участников соревнований. Всем удачи, побед и больше драйва! Трасса подготовлена хорошо, пол трассы в ритме жестко идет, пол трассы можно отдохнуть, а так все отлично, супер. Спасибо организаторам. Шел, все отлично было. И тут перепутал поворот и ушел на трамплины. Но скорость была большая, не видел трамплина и получил удар в морду. Сломал колонку. Вот она. И, в общем, с этой колонкой фактически три круга я проехал. Рук не чувствую, работают только глаза, больше ничего. Бетонка Тим Форелла. По
из клуба Кутузовский редут. На снегоходную тему не очень рад, скорее мототема, но кантри на снегоходе тоже интересно. Трасса мокрая, с кочками, хорошая подвеска тут достаточно важна. Ну и при этом трасса ходовая. Вообще так бодренько пролетели, проскакали. Старт, финиш, отстрелялись. Ну вот как-то так. Трасса очень серьезная, разбита сильно. Пару несколько кругов проехал, еще были силы, потом все силы покинули, уже руки не держат. Я как любитель, как бы не профессионал этих дел. Но очень понравилось. Пашка всем помогает. Катя ехала вообще я тоже молодец. Меня подняла, но... Мы за дружелюбные покатушки, поэтому всем, всем понравилось. Море позитива, сил нет вообще, уже умираю. Хочу поблагодарить зрителей и всех гостей, кто пришли на этот праздник, подышали свежим воздухом, получили заряд бодрости. Всем со спортивным приветом. Федоров Сергей, ДСУ 2. Зовут меня Попов Виталий Андреевич. Клуб я никакой не представляю, езжу сам за себя. Раньше занимался профессиональным снегоходным спортом, почти 6 лет. А вот после этого попал просто в серьезную аварию и перестал заниматься этим. А тут на неделе пригласил знакомый, говорит, будут соревнования, приедет любитель, я говорю, ну хватит уже, приезжай, покатаемся. Вот я первый раз за 2 года выгнал свой снегоход, завел вчера. Завел, все проверил, подготовил. Сегодня приехал первый раз, за последние 2 года сел за руль. Конечно, ощущения незабываемые. В принципе, я уже понял, что зря, наверное, я тогда все это бросил. И надеюсь, что буду в будущем продолжать. Следующий год точно я уже буду выступать, наверное, может, на профессиональном уровне. Там уже посмотрим, как пойдет. Трасса отличная, организация хорошая. То есть, действительно, интересная трасса. То есть, ты по ней идешь не просто так, ты тупо нажимаешь газ, а ты думаешь, куда ехать, как проехать лучше. Вот. И, конечно, когда едешь по трассе, уже видишь, кто первый раз едет, кто там несколько раз видел, кто уже профессионал и как кто едет. Да, приехал со своей группой поддержки. Пожалуйста, на них крупный план. Они за меня болели, поддерживали, кричали. Большое им спасибо. Ура! Всем привет, белые волки, парео! Респект и уважуха всем тем, кто это все организовал. И отдыхаем, получаем удовольствие, все супер!
что же, вот и прошел второй этап «Снежной гвардии», который состоялся 9 февраля в Ашукино. Это был кубок главы администрации Ашукино. У нас появились фавориты, в частности, это Ольхов Артем, который уже во второй этап, второй раз занимает первое место. И мы его приглашаем в марте на заключительный третий этап «Снежной гвардии», 9 марта, извиняюсь. Вот, чтобы он показал себя и доказал, действительно ли он такой правильный спортсмен. Я думаю, у него все получится. В целом мероприятие, на мой взгляд, прошло отлично. Много народу, отличная атмосфера. Дети отдыхали, катались на горках, была анимация. Я думаю, что мы обязательно повторим это в следующий раз, и в следующий, и в последующий. Приезжайте, вам понравится. Yes, yes. No. Sex? I don't know. Yes?